Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать красивый, элегантный пуловер из приятной шелковистой пряжи. У нас будет шелк с мериносом. Такая интересная пряжа турецкого производства. Вот такой незамысловатый и в то же время довольно приятный вертикальный узорчик с листиками у нас используется. Небольшие косички вплетаются в этот узор. И в целом очень красивое, благоприятное впечатление производит данный мотив. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Сегодня в нашем мастер-классе, как всегда, будет составляться описание на 4 размера. Значит, у нас будет использоваться 42 по 54. Описание под видео выкладывается. Классический вариант у нас получается рукав с окатом. И, в общем-то, все нюансы расположения узоров, наборы петель мы будем разбирать в сегодняшнем мастер-классе. Свяжем, конечно же, образец. У нас есть схема, выкройка. Все как положено для того, чтобы вы смогли без всяких особых проблем связать эту красоту. Всем, кому понравилась модель, прошу оставаться на канале, смотреть мастер-класс внимательно до конца. Сейчас у нас будет разбор пряжи. Для вязания этого пуловера я выбрала пряжу Yarnart Silk Royal 50 грамм 140 метров. Состав 35% вискозный шелк и 65% шерсть мериноса. Турецкая пряжа, цвет 441. Мы используем спицы 3,5. Очень шелковистая, приятная, немного пушистая ниточка, абсолютно не колется, просто идеальный вариант для такого плечевого изделия. Она к тому же еще тонкая и очень эстетично, изящно будет смотреться в узоре. Вот смотрите. Значит, вот такой у нас два раппорта в высоту. Здесь узорчик я связала с листиками. И у нас используется коса на 6 петельках. С двух сторон я ее симметрично расположила. Давайте посмотрим схему узора. Вот такое описание мы будем составлять сегодня. Вернее, я его уже составила, оно будет выложено под видео, девочки. Как я сказала, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Все по петельно разберем. Нарисую схематично, как располагаются узоры, какие там нюансы. И, в общем-то, я думаю, что все у вас получится. Заостряю внимание на вертикальной плотности. Все вот эти тонкости расчетов и все вот эти, сколько на плечи приходится, сколько на вырез горловины, разбираем во второй части видео после того, как свяжем образец. Вот. Там же я вам про рукав расскажу, как скос посчитать, как по вырезу горловины, V-образному вырезу тоже посчитать скос. Тоже я это дело все вам расскажу. Смотрите внимательно. Так, значит, схема у нас. Вот так выглядит у нас, девочки, основная схема. Вот так, смотрите, это синий, вот этот синий обведенный раппорт узора. В раппорте узора у нас вот в нижней части. У нас здесь, как вы видите, петли будут меняться от ряда к ряду. И поэтому не пугайтесь, здесь ничего сложного нет. 20 рядов в высоту и 18 петель. Начинаю и заканчиваю 18 петлями раппорт.
Ну, а тут в середине раппорта будет меняться количество петель, ничего страшного. Это никак не отразится, в принципе. Так, и у нас еще узор 2, то есть это основной узор 1, я его называю, вот синеньким выделен, да. Узор 2 – это раппорт 6 петель, коса наша с наклоном вправо, 3 на 3 мы вяжем перекрещивание. Мы тоже все это в образце с вами посмотрим внимательно. У нас еще есть схемы 3 и 4. Это боковые. Смотрите, вот у нас схема 3. Зеленым выделено. Увеличиваю. Это боковая наша, скажем так, ажурный лист наш, боковая веточка на 8 петлях внизу. Вы тоже поймете, о чем я говорю. На рисунке, на модели это хорошо понятно, да? Боковая на 8 петлях идет. Узор 3. Это с правой стороны. И сейчас зеркально, абсолютно зеркально, узор 4. Вот смотрите. Вот тоже выделен раппорт. Тоже делайте скрин. Это узор 4. Видите, да? Вот так. У них одинаковая высота 20 рядов и ширина 8 петель по низу. Так, с этим мы разобрались. Давайте выкройку посмотрим. У нас есть вот такая выкройка. Значит, классика, V-образный вырез у пуловера нашего. Будет планочка 8 сантиметров в высоту по низу и по рукавчику. Вот здесь будет обвязка выреза горловины, тоже резиночкой 1 на 1. Как по низу и по рукавчику будем вязать планочку. Так, все нюансы, сколько сантиметров, сколько петель набираем, все-все-все будет у нас разбираться более детально во второй части видео после вязания образца и расчета плотности вязания. Я всегда делаю свои мастер-классы под конкретную пряжу. То есть пряжа у нас реальная и конкретная. Ну а сейчас давайте начнем с вами вязать образец узора. Для вязания образца набираем 36 петель. У меня по центру идет ажурный мотив с листиками. И с двух сторон я сделала две вот этих косы на 6 петлях лицевых. Так, коса живет своей жизнью, девочки. У нее свой цикл, то есть свой раппорт, и она никак не привязана нашему раппорту основному по ажурному листочку. Обращаю на это ваше внимание. Так, и начинаем с вами с первого ряда узорчика нашего центрального с листиками. 36 петель у меня на спицах, вяжем. Кромочную снимаем. Далее я делаю 2 изнаночные, коса, 6 лицевых. Далее идут 2. Далее у нас идут с вами уже петельки раппорта листики. Я буду каждый раз говорить, откуда начинается раппорт, да? И начинается он с того, что мы вяжем 4 изнаночные петли. Первый ряд. 1, 2, я уже связала. 3, 4. И далее 2 петли перекрещиваем направо. Направо перекрещиваем, меняем местами, короче. Первую, вот эту вот изнаночную, у нас идет за работой. Вторая лицевая мы накидываем перед работой. И вяжем первую лицевой, а вторую изнаночной. Дальше вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. Первый ряд ажурного узора мы связали. Ну и для симметрии я делала еще одну косу на 6 лицевых петлях. 6 лицевых вяжем, 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная.
Ну, почему я сделала эти косы? Потому что мы будем делать расчет плотности. И, естественно, нам надо учесть, ведь коса занимает много ширину полотна, правильно? Чтобы для, так скажем, чистоты нашего расчета. Теперь изнаночный ряд второй. Мы будем вязать, как смотрят петли. И накиды провязывать изнаночными. Вяжем самостоятельно. Третий ряд. Вяжем. Две изнаночные. Коса 6 лицевых. Начинаем раппорт узора в третьем ряду. Вяжем 3 изнаночные. Раз. 2, 3. Затем вяжем перекрещивание двух петель направо. Также мы, как в предыдущем ряду, снимаем все на правую спицу, эти две петли. Изнаночная у нас за работой, лицевая перед работой. Поменяли местами, провязали лицевую, изнаночную. Дальше идет изнаночная петля, 2 лицевые. 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, раппорт связали и за раппортом вяжем косу на 6 лицевых, 2 изнаночные, кромочную. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд у нас. Вяжем косу. Вначале у нас идут 2 изнаночные. Сейчас будем перекрещивание в косе делать. Как это сделать, смотрите, девочки. Значит, я меняю местами петельки 3 на 3. У нас перекрещивание направо. Первые 3 петли я вот сзади завожу спицу и снимаю их на левую спицу, высвобождая при этом вот эти 3 следующие петли. Затем спицы правые уже вот отсюда спереди, да, я поддеваю их и возвращаю. Вот так, перед работой, все 3. И теперь вяжу их как 6 лицевых петель. Получилось у нас перекрест 3 на 3. Вот. Дальше вяжем ажурный узор наш с листиками. 2 изнаночные. Меняем местами 2 петли. Изнаночная за работой, лицевая перед работой. И вяжем как лицевая, изнаночная. Затем идут 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 изнаночные. Раппорт связали. И опять у нас коса переплетения. То же самое, что я вам показывала. Переснимаем 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли сзади, они у нас будут. Я на левую спицу переснимаю, а правые, вот эти следующие, правые подхватываю следующие 3. И возвращаю их на левую спицу. И вяжу как 6 лицевых петель. Затем идут 2 изнаночные и кромочные. Связали. Так, следующий у нас ряд получается, который мы вяжем, как смотрят петли, изнаночный ряд. Седьмой. Ряд. Седьмой ряд у нас вяжем. Вначале 2 изнаночные,
затем 6 лицевых косы и начинаем раппорт ажурного узора. 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Вот эти 3 лицевые петли мы сейчас будем провязывать как 3 вместе лицевой, но при этом мы будем менять местами первую, вторую петлю, чтобы вторая петля оказалась у нас в центре. Просто я вот так беру и вторую накидываю на первую. Вот. И сейчас все 3 вместе я провяжу одной лицевой петлей. Затем 2 изнаночные. Связали. Раппорт узора. И далее за раппортом у нас идут 6 лицевых. 2 изнаночные и кромочные. Все, 8-й ряд у нас вяжется, как смотрят петли. 9-й ряд у нас. Вяжем опять коса у нас. Значит, начинаем 2 изнаночные, 6 лицевых, косы. Начинаем раппорт узора. 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Дальше 3 изнаночные. Далее вяжем лицевая. И сейчас из протяжки вытянем скрещенную петлю. То сделаем прибавочку. Смотрите, вот у меня протяжечка, да? Я ее вот так накидываю, девочки, на спицу, на левую. И вот за заднюю стеночку вяжу лицевую, чтобы дырочки не было. Скрещенная получается. Прибавочку сделали. И еще одну лицевую связали. Все. Дальше вяжем 3. Нет, 2 вместе изнаночные, девочки. Это 2 вместе изнаночные вяжем. И дальше идут изнаночные. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Связали раппорт узора. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем косу еще у нас осталось после раппорта, за раппортом. 6 лицевых косы. 2 изнаночные и кромочные изнаночные. Переворачиваем и 10-й ряд. 11-й у нас ряд. Сейчас перекрещивания в косе будут. Начинаем 2 изнаночные и меняем местами 3 на 3, да? Перекрещивание направо. Я уже показывала, сейчас буду более быстро показывать. То есть первые 3 у нас за работой, следующие 3 перед работой. Вот я, видите, их поменяла местами и все 6 вяжу лицевыми. Так, дальше идет раппорт узора. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые, 1, 2, и сейчас меняем местами вот эту лицевую и изнаночную, то есть 2 петли меняем местами, перекрещиваем налево. Первая петля у нас лицевая перед работой, вторая изнаночная за работой, меняем их местами и вяжем изнаночная, лицевая. Идут у нас дальше 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Отлично, раппорт связали узора, и сейчас у нас перекрещивание опять в косе. Мы меняем местами 3 на 3. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Перекрестили, провязали 6 лицевых. 2 изнаночные и кромочные изнаночные.
12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 ряд вяжем 2 изнаночные, 6 лицевых косы, 3. И начинается раппорт узора. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, снова 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняем местами лицевые, потому что я бабушкины петли вяжу за заднюю стенку. И вяжу, как у меня вторая лицевая поверх первой получается. Так. Далее 3 изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Перекрещиваем 2 петли налево. Первая петля у нас перед работой лицевая, изнаночная за работой. Поменяли их местами, провязали изнаночная, лицевая. И далее 3 изнаночные. Связали раппорт узора. Из раппорта у нас 6 лицевых идут. Коса наша 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд у нас. Вяжем 2 изнаночные, 6 лицевых косы. Раппорт узора начинаем. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Перекрещиваем 2 петли налево. Первая у нас перед работой лицевая, вторая за работой. Поменяли их местами, провязали изнаночная, лицевая. Дальше осталось 2 изнаночные. Раппорт связали. 6 петель у нас косы за раппортом, 2 изнаночные, кромочную вяжем тоже изнаночные. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 у нас ряд. Сейчас в косе будут переплетения опять. 2 изнаночные вяжем и перекрещиваем 6 лицевых направо. Первые 3 за работой. Следующие 3 перед работой, и все 6 вяжем лицевыми. Дальше идет раппорт узора. 2 изнаночные, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. 1, 2 петелька меняем местами. 1 за работой, 2 перед работой. И все 3 провязываем 1 лицевой. Дальше идут 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, и коса у нас перекрещиваем 6 лицевых направо. 3 за работой, 3 за работой. Следующие 3 перед работой. Поменяли местами, провязали 6 лицевых. Еще там 2 изнаночные. И кромочные тоже изнаночные. Связали. Переворачиваем. 18 ряд, как смотрят петли, вяжем. 19 ряд. Вяжем 2 изнаночные. 6 лицевых косы. И начинаем вязать раппорт узора. 4 изнаночные у нас. 1, 2, 3, 4. Затем 2 изнаночные вяжем вместе. Лицевая делаем, лицевую. Из протяжки
вытягиваем одну скрещенную петлю, вот так одеваю я из протяжки ниточку, да, и за заднюю стеночку ее перекрещиваю. Дальше опять идет лицевая и 3 изнаночные. Дальше идут лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали раппорт узора. И дальше у нас идет 6 лицевых нашей косы. Это уже за раппортом. За раппортом 2 изнаночные и кромочная, тоже изнаночная. Смотрите, 20 ряд вяжем, как смотрят петли, девочки. И начинается у нас повтор узора с первого ряда. Вот. С первого ряда повтор узора. Все. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и померить плотность. Итак, горячим паром отдаем наш образец и вытягиваем его в длину, ширину. Он влажный и очень податливый. Хорошо тянется. Обращаем внимание на крайние петли, их надо тоже отпарить. Они у нас будут участвовать в расчете плотности. Косы я стараюсь никогда не отутюживать, только горячий пар. Я не люблю отутюживать изделия, я люблю обрабатывать их горячим паром, девочки. Все. Очень хорошо у нас все выпрямлено, красиво. Давайте дождемся, когда высохнет образец. Измеряем ширину нашего образца. 16,5 сантиметров у меня получается. И 36 петель у нас с вами участвовало в образце. Здесь у нас все время количество петель менялось. Вот. В нашем узоре. В общем, давайте 36 поделим на 16,5. Ну, вот такая у нас получается плотность. 2 целых. Напишем, можно 2 написать. 2,2. Или 2,15, наверное. Давайте напишем. В одном сантиметре 2,15. Петель умещается. Так, и дальше мы делаем измерение высоту нашего образца, вытянутого, отпаренного, да, вот так тоже ровненько укладываем и измеряем. 16 сантиметров у меня получается. Считаем, сколько у нас здесь рядов. 2 раппорта у меня, девочки, по 20 рядов, то есть 40 рядов делим на 16 сантиметров. 40 делим на 16, будет у нас 2,5 число. То есть мы пишем, что в одном сантиметре по вертикали у нас 2,5 ряда. Вот такая наша плотность сейчас нам понадобится в дальнейших расчетах. Итак, у нас с вами выкройка. Вот такая классическая выкройка, я предлагаю. И размерчик, который у нас сегодня будут, расчеты мы будем делать. Для размера 42-44, с шириной спинки 48,5 сантиметров. И сразу говорю, это 104 петли. Второй размер у нас будет 46, отдельно я выделил, 52 сантиметра ширина спинки, 112 петель набираем. Третий размер 48-50, 56 сантиметров ширина спинки, 120 петель набираем. Четвертый размер 52-54, ширина спинки 60 сантиметров и 130 петель по спинке набираем. Спинка и перед отличаются только вырезом горловины. У переда он V-образный у нас идет. Это пуловер, да? И мы с вами, как определял я количество петель, кто не понимает, смотрите. У нас 48,5 сантиметров, как я сказала, ширина спинки.
И мы умножаем на плотность, которую мы с вами только что считали, 2,15. Вот видите, 104 петли отсюда я взяла. Понятно, да? Так, теперь как располагаем узор? Это очень важный вопрос. Я всегда схематично это рисую, девочки. На все размеры центральная часть будет одинаковая по узорам. И сейчас я вам расскажу. Смотрите. Первый размер у нас начинается все с кромочной, идут 18 изнаночных, и дальше идут наши узоры. 6 петель – это коса, которую мы вязали, затем 2 изнаночные, затем 8 петель. 8 петель – это половиночка нашей с вами, нашего с вами вот этого узора, этой схемы. То есть это половиночка. Я ее выделила в отдельную схему 3, и показала я ее вам в самом начале нашего видео, да, то есть это вот такая вот половиночка, а вторая половиночка будет зеркальной ей и будет называться узор 4. Поэтому они 8 петель содержат в начальном ряду, вот, затем мы вяжем 2 изнаночные, 6 опять петель коса, 18 петель у нас идет с вами центральный наш узор, вот этот ажурный, 18 петель он составляет. Вот. И дальше идет опять симметрично коса, 2 изнаночные, зеркальная часть вот этой части, узор 4 вот здесь будет, 2 изнаночные и опять коса. У нас 6 кос получается. Дальше идут опять изнаночные петли. То есть здесь ширину очень легко регулировать, девочки. Мы регулируем с помощью изнаночных петель. У нас для второго размера 22 петли изнаночные, для третьего 26, для четвертого 31 петля. Все это будет выложено под видео. Описание вот этого всего, что я вам сейчас сказала. Понимаете? 8 петель, по-другому, кто не понял, это 1/2 листика нашего. Это одна часть листика. Он же из двух частей состоит, да, как вы видите. Один сюда идет, другой сюда идет. Так вот, это одна часть, мы ее берем и зеркалим. Ни в коем случае не эту, а вот именно правую зеркалим. Начинаем вязать одновременно с центральным узором. То есть раппорт одновременно. Так. С этим понятно. Давайте теперь, что касается проймы и выреза горловины. Значит, внизу у нас с вами будет планка 8 сантиметров в высоту, резиночка 1/1 будет вязаться. И поэтому все расчеты ведем от планки, то есть по размерам. Да? Смотрите, я предполагаю, что на первые два размера высота изделия будет составлять 56 сантиметров. На третий размер 57 и на самый большой 58. То есть это не длинный джемпер, не длинный. Хотя это на средний рост. Если у вас рост высокий или ниже среднего, тогда вам нужно вот эту величину от планки до проймы подкорректировать под себя. Я же вот сделала 30 сантиметров, и у меня получается, что эти 30 сантиметров надо обязательно перевести в ряды. С помощью вертикальной плотности 30 сантиметров умножить на 2,5, плотность получим 75 рядов. Обычно пишется четное число, то есть 76 рядов. И после этого будем делать пройму. Пройма у нас будет с вами на первые два размера 12 петель составлять, на следующие 2 14, потому что плотность по горизонтали довольно большая, 2,15, помните, да? Из-за косы. Она сжимает полотно. Вот. Таким образом мы с вами... Значит, на вырез горловины я сделала 40-40 на первые два размера петель. И на следующий по 44 петли. И все, что осталось, это петли плеч. Я их уже посчитала, 20. Затем 24, 24 и на четвертый размер 29 петель. Возможно, у вас немножечко перерасчет будет. У вас, может быть, будет другая пряжа, девочки, и так далее. Другая плотность получится. Но если будете вязать из моей пряжи, которую я рекомендую, то здесь, в принципе, все четко.
V-образный вырез горловины тоже легко посчитать, если у вас другая пряжа. То есть у меня в описании я уже сказала, как сформировать вот этот V-образный вырез, через сколько делать убавки равномерные. Для тех, кто хотел бы из другой пряжи вязать, я скажу, как это сделать. Смотрите, 40 петель я сделала, отвела на вырез горловины, да? То есть это 20 петель у нас на каждый скос надо убавить. 20 петель надо убавить. У нас длина вот этого выреза, то есть высота, составляет 16 сантиметров. 16 сантиметров я умножаю на плотность по вертикали 2,5. Получается 40 рядов. То есть я все перевожу в ряды. И 40 рядов мы делим на 20 петель, которые нам надо убавить. То есть устно делим, получается 2. То есть в каждом втором ряду делаются убавки. Понятно, да? Так, на какой высоте от планки формируем вырез горловины? Все будет, вот тут я мерочки поставила, 32, 32, 33, 34 сантиметра. Также переводим все в ряды. Не игнорируем, девочки, вертикальную плотность, вяжем согласно рядам посчитанным, а не измеряя сантиметрами. Для чего? Потому что после стирки изделие вытянется. И если вы не будете применять вертикальную плотность, оно станет значительно длиннее, чем вы планировали. Понятно? А при расчете плотности вертикальной и ее применении грамотном, получается, что мы уже заложили это растяжение. Заранее в изделие заложили. И все будет хорошо в итоге. Теперь давайте к рукавчику перейдем. У рукавчика у нас будет по центру идти узор из двух сторон косы. То есть вот это на 18 петлях, которые мы вязали, и с двух сторон 2 косы по 6 петель. В сумме это 30 петель составляет. И дальше все, что осталось, это изнаночные петли. Смотрите, на первые два размера я уже посчитала, это 58 петель, на следующие два 62 петли мы набираем, вяжем планку высотой 8 сантиметров резиночкой 1 на 1, так же как у низа изделия, а затем переходим к ажурному узору и вот таким образом распределяем петли в сумме. То есть у нас тут 13 изнаночных идут на первый размер и второй размер, и 15 изнаночных идут на следующие два размера. В самой широкой части рукава у меня идут 76 петель на первые два размера, 82 петли на следующие два размера. Вот. И скос, также определяем скос. Смотрите, все зависит от ваших индивидуальных, конечно, особенностей фигуры. То есть длинные руки бывают, но это от роста, конечно, больше всего зависит. В общем, у меня 60 сантиметров я заложила длину рукавчика от планки до конца, да. И вот исходя из этой мерочки я делала, значит, это 60, я отнимала 8 сантиметров планку и отнимала окат в высоту 13,5. У меня получилось 38,5 сантиметров, и их я перевела в ряды. 38,5 сантиметров умножить на 2,5 плотности — это 96 рядов. И затем я определяла, сколько, через сколько рядов мы делаем убавки равномерно из вот этой числа. По верхней части рукава 76, отнимаем 58, получаем 18 петель. Делим на 2, у нас 2 скоса. На каждый скос приходится... Итак, значит, мы 18 делим на 2, получается по 9 петель на каждый скос. Я рассказываю для примера, девочки. И после этого мы, значит, вот эту величину 96 рядов, высота скоса, делим на 9. 96 делим на 9, получается вот такое число, 10,5, скажем так. Как нам здесь быть? В этом случае будем чередовать. То есть первую прибавку делаем в 10 ряду, следующую в 11, потом опять в 10, в 11. И так 9 раз чередуем.
Это я вам для примера рассказала, как легко и быстро посчитать скос. Окат рукавчика мы будем формировать по выкройке в натуральную величину для тех, кто не имеет большого опыта. Это самый приемлемый вариант, очень точный и легкий. Вот. А для тех, кто уже имеет опыт, мой рассказ не нужен. Можно сделать теоретический расчет. Я желаю вам, девочки, удачи и до новых встреч!